Крепость семьи – мощь страны. Это добрый пример для поколений. Так считает семья Жакатовых, которую в нашем регионе многие знают. Стоит отметить, что все ее члены – педагоги, общий трудовой стаж которых насчитывает 327 лет. Наш пятничный сюжет посвящен людям благородной профессии. Все началось с того, что студенты пединститута имени Пушкина Куралай Адиева и Каспий Жахатов встретились и создали семью. Педагогический путь, начавшийся с 1964 года, по примеру родителей, продолжили и дети. Сначала в родном Букиординском районе, затем в областном центре. Я проработал в школе 41 год. Начал в районном санатории, затем в сельской школе. Был заместителем директора, затем директором. Всю свою жизнь прививал детям тягу к новым знаниям, любовь к окружающим, мотивировал на исследование и изучение увлекательных тем. У супругов четверо сыновей. Старший сын Нурлыбек стал учителем физкультуры и начально-военной подготовки. Его вторая половинка преподает историю. Второй сын Руслан со своей супругой выбрали химию. Третий сын Алибек – учитель изобразительного искусства, его спутница жизни – филолог. Младший сын – историк, теолог, невестка – учитель начальных классов. Внучка Альбина закончила педагогический вуз с красным дипломом. Зять – физик. Другие внуки также работают в этой сфере. Среди них и музыканты, и биологи, и техники. То есть практически все школьное расписание может закрыть одна рядовая, большая и дружная семья. На сегодня общий трудовой стаж семейной династии насчитывает 327 лет. Своей верностью любимому делу, сплоченностью и взаимопониманием в семье Жахатовы подают добрый пример не только детям, но и окружающим. Неудивительно, что их называют образцовой на региональном уровне. В день семьи Жахатовых чествовали в Доме торжеств. «Мы все разносторонние», — говорит основатель семейной династии. В свои 84 Аксакал легко и с удовольствием играет на дамбре и других инструментах и может часами говорить о своих детях. Учительство выбирал я не по своей воле. Вообще я родилась, и когда мне уже было 40 дней, я уже росла в школе. У меня мама педагог, вышла замуж за педагога, и в поселке не хватало учителей русского языка. И вот папа каждый год наставлял меня пойти в педагогику. И таким образом я уже поневоле стала педагогом, о чем я и не жалею ни на секунду. «Это у нас семейное», — говорят Жахатовы, отвечая на вопрос о выборе профессии. Люди, ставшие на этот путь, имеют особый склад ума, особый свет в душе и особую ответственность за будущее страны. Сегодня уже у третьего поколения набирается около 10 лет в педагогике. Мы своей семьей работаем в детской музыкальной школе имени Дины Нурпиисовой. Я преподаю в классе дамбры уже 8 лет. Уверен, что и мои дети пойдут по моим стопам. С детства мечтала о музыке, поэтому научилась играть на кубызе сама и обучаю этому будущих музыкантов. Горжусь, что являюсь частью такой большой и достойной семьи. Чувствую ответственность и постараюсь передавать и далее лучшие традиции нашей семьи. Познакомившись с такой семьей, мы видим, что их пример – лучшее подтверждение семейной сплоченности и верности делу. Учитель – это профессия будущего, ценность которой с годами лишь растет, уверены члены семейной династии Жахатовых. Алмагуль Джампиисова, Талгат Муратбаев, Саид Самигулла, Акжаик Акпарат.